Напрасно я говорил убыхом ломанно по-татарски, что я чеченец, не понимаю ничего, кроме собственного языка. Только между моими недавними товарищами выучился сказать несколько татарских слов. Чтобы избавиться от них, я предложил Ханафу попробовать его новую лошадь, которую мы накануне выменили у турецких купцов. Скачка не обходится у черкесов без джигитовки. Ханаф выхватил ружье. Убыхи не выдержали, понеслись за нами, и раздался выстрел за выстрелом. Выстрелы были направлены в шапку, которую один из них поместил на конец своего ружья. Это их развлекло и доставило мне случай дать им очевидное доказательство моего хорошего черкесского воспитания, когда в 10 шагах от скакавшего с шапкой выхватил ружье из чехла, пронизал шапку пулей и на всем скаку, зарядив ружье, повторил через несколько мгновений тот же маневр. Арткудж отделялся от моря лесистой горой. На повороте в гору убыхи нас оставили и простились со мной по-дружески, объявив, что они очень любят чеченцев, которые ловко стреляют.